Вітаю, друзі! Ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова. Це щоденний аналіз подій з полковником Збройних сил України Романом Світаном. Романа Григоровича, я рада вітати вас у нашому ефірі. Добрий день, желаю всім здоров'я. Навзаєм. На календарі у нас 5 грудня. Це для глядачів, які дивляться наш стрім. Якщо ви не проти, я б хотіла нашу розмову розпочати із заяви одного із нардепів, а саме Олексія Гончаренка. Він наразі перебуває у Сполучених Штатах Америки і говорить про те, що Блінкен сказав європейцям перестати говорити з Україною про НАТО. Ніякого НАТО не буде, пише Гончаренко у своєму телеграм-каналі і посилається на про те, що йому цю інформацію підтвердили кілька джерел. Він каже, що тема НАТО дратує еліти США, і вони чітко дали сигнал, що Україна не стане членом Альянсу одразу після війни. Він зазначає в своєму телеграм-каналі. А потім пише про те, що будуть якісь рухи, ми отримаємо поблажки, але у 2024 році ми не станемо членом Альянсу. Романе Григоровичу, а можете тут пояснити? Тобто, дивіться, спочатку йде мова про те, що одразу після війни, потім у 2024 році не станемо. Так, ну це для себе я якісь там помітки роблю. Але в принципі, в цілому, скажіть, будь ласка, чи дійсно може стояти питання про те, що ніякого НАТО для України не буде? Ну, все дело времени. Тут же ж вопрос временных рамок. Вот был, если бы нас летом пригласили в НАТО, у нас было бы год, ну, примерно в течение года заключить двусторонние договора с 31 страной. Ну, пока 31, сейчас 32, Швеция, вопрос решается. Вопрос в этом году не решился, он перенесен на следующий год, ну, по крайней мере, по логике процесса как такового. В Вашингтоне будет саммит НАТО, там мы можем получить приглашение. И если в течение года заключим договора с 32 странами, я думаю, все-таки дожмут Венгрию и Турцию, и Швецию примут в НАТО, то есть 32 страны будут в НАТО. Нам надо будет заключить договора, и уже где-то в 2025 году, это будет в Нидерландах следующий саммит в районе лета, ну, там уже там разберутся. К этому времени, я думаю, мы вопрос решим с выходом на госграницу и, в принципе, можем уже быть приняты в НАТО. Но, опять же, все эти вопросы решаются, в принципе, в двухсторонних договорах. Нет там такого Макдональдса, который выдает бургеры с надписью «Welcome to NATO». То есть чуть по-другому. Проводятся определенные договора. Вот сейчас, вернее, проводятся заключаются договора по действиям каждой стороны при нападении на одну или на другую сторону. И там все прописывается, кто кому что должен. Да? А вот дальше, после того, как имеется вот такой пакет, там 32 договора с каждой стороной, это уже с каждой стороной, это уже считается принятием в НАТО. Потому сам механизм немножко сложный, с одной стороны, но он простой по отношению с каждой из стран. И сейчас уже с частью стран мы уже, самое интересное, мы уже заключили такого рода договора, потому что есть договора так называемой безопасности. Вот сейчас с несколькими странами прорабатываются такие моменты. И это можно считать, что это договора уже натовские. То есть они примерно по кальке НАТО и заключаются. Потому вопрос в вступлении, то есть само понятие вступления в НАТО, приглашение в НАТО, ну и так далее, и тому подобное. Это вот такие договора. И поднимать вопросы на данный момент у НАТО без приглашения, ну, нет смысла. То есть для того, чтобы говорить, будем мы в НАТО или не будем мы в НАТО, надо сначала получить приглашение. К этому надо, естественно, стремиться. Надо проводить определенные переговоры, это уже дипломатическая задача наших политиков. А военная, с военной точки зрения, наша армия уже чуть ли не член НАТО. То есть мы используем практически максимально натовское вооружение. Наши десятки, а то и сотни тысяч военнослужащих проходят на натовских полигонах уже 10-й год, если считать 14-го года, проходят на натовских полигонах подготовку, то есть наша армия, она уже структурное подразделение НАТО, потому об этом уже можно говорить в этом смысле. Ну, а что имел в виду Гончаренко, тут лучше у него спрашивать, особенно когда это все передается в режиме «одна бабка сказала». Какой-то из политиков передал слова там, Блинкина о том, что так, так или так. Но это опять режим АБС.
Мы этот режим АБС уже неоднократно с вами говорили. То есть, если это Блинкин, то возьмите, спросите конкретно у Блинкина. Тут у нас Гончаренко, но если вы не знаете, то мы вам скажем. У нас тут есть такой политик, который не знает, к кому прибиться, к партии регионов или к ЕСу. И вот он вот такое-то зарядил. А что вы на это скажете? Ну, то есть, это прямой вопрос должен быть к источнику информации. Так как источника там нет, то есть это режим «одна бабка сказала», то даже Гончаренко нет смысла задавать этот вопрос, потому что он уже все написал. Это ему кто-то в каких-то беседах, где-то за рюмкой чая, где-то что-то сказал. То есть это уже не источник, это режим ОБС, а он иногда получается из разных позиций и из разных задач. А потому нет смысла его брать во внимание как таковой. Если есть вопрос по НАТО, это лучше задавать вопросы военным, плюс политикам, которые имеют право на него отвечать. Причем это президенты, даже не президенты республик или стран. Причем не госсекретари, не советники или еще что-то. Нет, это вопросы задаются именно президентам, они ответственны за внешнеполитические отношения плюс военную компоненту. Поэтому вопрос Байдену, вот если Байден где-то такого рода информацию даст, опять он это должен дать, а не опять одна бабка сказала. Поэтому нет смысла обращать внимание на такого рода информацию. В НАТО мы однозначно будем, у нас армия уже в НАТО. То есть, по большому счету, ну, ни одна страна натовская нам бы не передавала достаточного количества вооружений, не участвовала в боевых действиях, вот, передачи вооружений, если бы нас в НАТО не видели. Потому что некоторые вооружения, ну, там они уже довольно-таки серьезные и закрытые. То есть, в закрытом режиме нам передают достаточное количество для того, чтобы понимать, что нас уже видят в НАТО, причем как одну из кирпичиков. Причем по восточному флангу основным таким кирпичиком в обороне натовських рубежей. Дякую за роз'яснення. Романе Григоровичу, також хотіла з вами обговорити статтю у виданні Washington Post. Вони пишуть про те, чому літній наступ не приніс бажаного результату. І говорять про те, що були розрахунки, оце моделювання на фігурках з настільних ігор, а також там комп'ютерні воєнні ігри. І кажуть, що Вашингтон прорахувався. Пентагон хотів, аби ми наступали всередині квітня, проте, аби росіяни не могли надалі укріплюватися. Проте наша сторона, так, наші військові сказали про те, що ми не можемо собі цього дозволити, тому що в нас немає достатньо сил засобів і немає відповідної підготовки. Також це моделювання показало, що Збройні сили України у такому випадку можуть досягти узбережжя Азовського моря та відрізати російські війська на півдні за 60-90 днів, але розвідка давала 50% на успіх. І ще один прорахунок – це ненадання авіації. Ми також з вами це неодноразово проговорювали в ефірі. Скажіть, будь ласка, Романе Григоровичу, так от чи можна говорити про те, що моделювання і реалії так виявилися реалії набагато жорстокішими? Яка ваша точка зору? Ну, мою точку зору, я ж льотчик, я її другий рік об этом говорю. Без авіації ніяких широкомасштабних наступальних дій проводити не можна. Любе действия на прорыв, они ограничиваются тем количеством, той дальностью средств поражения, которую вы на данный момент имеете. Если у нас были средства поражения с дальностью 30 километров, это армейская артиллерия. Не было в достаточном количестве зенитно-ракетных комплексов и ракет с дальностью в 100 миль. Нам там дали 3 штуки, ну пусть больше, допустим, несколько, там пару десятков ракет, потом 100 мильных, но это не решило вопроса, и это было не в начале. То есть если у вас есть 30 километров дальности, так вот вы на 30 километров можете рассчитывать, и не более того. После того, как прорвали линию обороны на 30 километров, вы должны зачиститься по флангам, практически все, и опять на 30 километров, степ-бай-степ называется. У нас не было в достаточном количестве средств поражения. Опять же, все расчеты и аналитические, тем более, они исходили из, рассчитывались на базах той информации, которая была в информационном потоке. То есть, если рассчитывают проход до Азовского побережья на глубину в 100 километров, то это значит, имеется в виду, что будет то, что на 100 километров бьет. Так не было.
А раз не было, не было ни авиации, не было ни атакамсов в мае в месяце, то непонятно, скорее всего, это все-таки информационная больше утка, связанная с подачей информации, а не настоящая инфа как таковая. Ну, не могли мы планировать прорыв, просто это не получается. То есть, если вы собираетесь куда-то ехать там за 100 километров, то у вас должна быть машина, чтобы туда поехать. Если у вас машины нет, велосипед, ну, вы 100 километров не проедете там за несколько часов. А если у вас нет ни велосипеда, ни машины, то вы ровно столько, сколько пройдете своими ногами, настолько можете и планировать, но не дальше и не больше. Вот примерно та же картина по планированию боевых действий. То есть не было самолетов, не было ракет, дальних ракет 100-мильных, чтобы били до Азовского побережья. Значит, мы могли и планировать только заход на глубину не больше, чем 30 километров. Не больше, чем 30 километров. Прошли 15, то есть прошли где-то половину этого пути. То есть, а вот то, что в информационном поле, допустим, шло в этот момент, это могло быть в чистом виде дезинформация для того, чтобы противник сам не дергался, перешел в режим обороны, закопался, а не думал где-то куда-то наступать. То есть это в таком режиме, в режиме дезы, иногда решаются очень серьезные проблемы. То есть если у нас весной не было самолетов, не было ракет, а можно сказать, не было ничего, то нам надо было информационно загнать противника под плинтус, чтобы он даже не дернулся никуда двигаться, потому что мы могли бы этот удар пропустить. А вот то, что мы в конце концов и сделали, мы загнали их летом, загнали информационным потоком, что мы возьмем Крым, возьмем Сахалин, ну и так далее и тому подобное. Они сидели, тряслись у себя, и только к осени раздуплились, что в конце концов мы их просто информационно переиграли. А начали сейчас наступательные действия, то, что могли бы делать и летом. Начали сейчас зимой, но они влетели в зиму, влетели в очень плохую позицию по погоде, а мы уже заняли некоторые моменты, высоты, там, где мы можем сейчас хорошо обороняться, и по большому счету накопили определенное количество сил, средств для того, чтобы и обороняться, и дальше готовиться к весеннему наступлению. Не будет у нас самолетов, и не было бы у нас самолетов весной этого года. У нас самолеты будут весной следующего года. Вот тогда начнется наступление, тогда можно говорить о каких-то планах. Почему? Потому что у самолетов боевой радиус 500 километров. То есть, по большому счету, если они будут находиться до линии фронта километров за 200, за 300, ближе нельзя, значит, у них как минимум будет еще 200 километров работы на глубину фронта. А вот это как раз тот плюс, который нужен для выполнения боевой задачи. То есть, когда вы видите, что у вас есть средства поражения на всю глубину противника, на эту глубину и можно планировать. То есть эти 200 километров плюсом у самолета, это как раз заход в Крым. Запорожское направление, Херсонское направление и заход в Крым. Вот то, что мы можем сделать в следующем году. Причем нельзя планировать в следующем году заход на Донбасс. Движение невозможно провести и там одновременно, а значит последовательно. Последовательно сначала Крым, а потом Донбасс. А с Крымом возиться надо будет всю кампанию военную 2024 года. Это в основном летняя кампания, 6 месяцев. То есть до осени следующего года. Работаем с Крымом, а только в 2025 году опять подготовка и работаем уже с Донбассом. По-другому просто не получится. Это из тех реалий, которые есть на данный момент. Опять же, самолеты нужны, и причем в достаточном количестве. Не 2, не 3, не 4. 2-3-4 бригади нужно, це около 100-120 самолітів. Романе Григоровичу, якщо дозволите, я уточню, ви сказали ось цю дуже важливу деталь. Ви сказали про те, що інформаційно ми загнали росіян так ось цими повідомленнями про те, що там, де ми там, коли ми будемо каву пити і тому подібне. Тому що є експерти, які якраз говорять про те, що це були такі закиди, так, завищене формування очікувань, і це нашкодило навпаки нам. Тобто, що б ви відповіли ось цим тоді, на противагу ось цій тезі? Ну, здесь не діло в чиїх-то домислах, давайте від фактажа просто ісходити.
У нас в мае, в июне месяце было не больше 60 тысяч подготовленного войска. Опять оно еще не все заходило, то, которое возвращалось с европейских полигонов. То есть было всего лишь несколько бригад, чуть больше десятка. А это общее количество войск, которое на весь фронт не размажешь. Плюс не было в достаточном количестве ни танков, ни боеприпасов. Нам вот сейчас только цифры даются о 300 тысячах. Обещали-то миллион, причем говорили о том, что он поставляется. Это была, значит, дезинформация. Дезинформация, которая работала против врага. То есть именно так мы и делали. Я вижу, как это все происходило в течение полугода. Вбрасывалась специальная дезинформация о том, что у нас много, у нас больше миллиона снарядов, у нас сотни танков, леопардов, абрамсов, ну и так далее. Это не буду перечислять все, что это заходило. А в конце концов, на осень, тогда, когда мы уже выполнили эту задачу дезинформации по противнику, дело в том, что дезаж, она направляется против противника, она же не против себя. Она работает против противника, и россияне под давлением этой дезинформации годовой, которую мы их прессовали, они реально обделались, начали закапываться, начали не готовиться к наступлению, они начали готовиться к обороне. Обороне против кого? Против 60 тысяч войска. 400-тысячное российское войско обделалось от 60 тысяч украинских бойцов, которые прошли подготовку, не были достаточным образом экипированы, не получили то вооружение, которое нужно было. Не было самолетов, хотя мы рассказывали о том, что они уже летают. Ну а как нет? Надо же давить россиян, надо давить, чтобы они не дернулись летом, потому что намного сложнее двигаться зимой. Мы зимой используем нашу погоду. Мы-то нашу погоду знаем. Это эти дятлы из-за Урала думают, что зимой здесь мороз минус 30, и можно в проруби где-то найти. Не найдете проруби, потому что с морозом тут не совсем сложилось так, как они о себе думают. Потому россияне сейчас в худшей позиции. Вот они вытоптали, сожгли дизель, отработали по некоторым видам вооружения. Мы в режиме такой активной обороны отминусовали их довольно-таки серьезно. И сейчас мы перешли по восточному направлению и по южному в режим уже обороны, зимней обороны, задняя в лучшие позиции. А россияне просто сейчас начинают чухать свою тумкалку и думают, где здесь хохлы их обдурили. Да везде обдурили, просто везде. Они лохи, лохобаны какие-то, и включая тот же генштаб российский. Почему? Потому что просчитать можно было бы в принципе. То есть просто обделались, реально обделались. И то время, когда могли бы использовать для каких-то наступательных действий, они закапывались, то есть, привыкали к земле. А теперь уже все, теперь уже поздно. Зима, зимой двигаться они не смогут. Прошлая зима это показала. А в худший период для себя. Мы их загнали в этот период, когда они могут двигаться только зимой, тогда, когда мы переходим в режим накопления. А уже все, уже летчики летают. Летчики летают. А раз летчики начали летать, значит, самолеты будут. Причем летчики летают, вернее, столько летчиков летает, что будет достаточное количество самолетов для выполнения вот такого поэтапного освобождения Украины. В 2024 году Крым, а в 2025 году Донбасс. Вот теперь пусть ходят и думают, они уже просто не успеют за этими периодами. Они уже, мягко скажем, профукали это время, это лето. И вот всего лишь дезой, всего лишь давлением информационным мы задавили российскую армию, особенно российский генералитет, российские штабы, которые, еще раз повторюсь, довольно-таки серьезно обделались перед абрамсами американскими, леопардами немецкими, и так далее, и подготовленными нашими войсками. Дякую за роз'яснення. Євросоюз має закликати українських чоловіків, які виїхали за кордон від війни, повернутися на допомогу на фронт та ОТУ, аби полегшувати положення солдатів на передовій. Таку думку висловив депутат Бундестагу. Він відзначив, що лише у Німеччині можна зібрати більше 10 дивізій. Скажіть, будь ласка, нам Європа дає сигнал, що українцям треба повертатися додому, чи все-таки це реальний крок, який би також нам допоміг?
Ну, на фронт нельзя выводить людей немотивированных и непрофпригодных. Мы с вами миллионы раз говорили, лучше они пусть сидят там, где сидят, чем выперутся на линию боевого соприкосновения из-за своих низких профессиональных качеств, а это зависит от в большинстве случаев от генетики, то есть люди рождаются воинами и рождаются пекарями, рождаются инженерами. Каждый человек рождается по определенным своим генетическим способностям. Это очень важно, это важно понимать. Есть перехлёсты, но это не основное, особенно это не касается военного дела. Здесь надо реакция, здесь надо определенная физическая выносливость, определенный гормональный фон, который должен присутствовать у бойца. И по-другому никак. Здесь его не купишь, не приобретешь, не накачаешься. Это немножко не то. Он либо есть, либо нет. И вот этого нет намного больше. 99 человек из сотни его нет. Всего лишь у одного из сотни есть этот гормональный фон, который делает человека воином, который не, так сказать, будет причиной каких-то проблем на линии фронта. Потому это неправильный, неграмотный подход, это не туда. Если бы уже хотя, знаете, как говорят у нас, хотите помочь, помогите деньгами. Вот это оптимальный вариант. То есть если нам немцы хотят помочь, дайте нам денег, мы просто купим специалистов, тех, которые родились воинами, которые прошли определенную подготовку, поставим их в строй. Все же дело, в конце концов, в финансовой составляющей. Сейчас, тем более, у нас капиталистическое общество, не социалистическое, землю профукали, продают, он уже с 1 января будут продавать по 10 тысяч гектаров, интересно, в руки у нас десятки миллионов людей земли не имеют, а где, интересно, будут они брать под 10 тысяч гектаров, продавать землю кому попало, то есть, раз отношения такие, значит, только финансовая составляющая, а это уже довольно-таки серьезные деньги. Потому немцев, если хотят помочь, помогите деньгами, это будет самый оптимальный вариант. Маємо новини із Криму. Вороже Міністерство оборони повідомило про атаку 41 українського безпілотника на Крим. Атака була на нафтобазу Феодосії, але пишуть, що безпілотники наші були збиті. Роман Григорович, ну і говорять про те, що ну це зліта така велика атака. Так пам'ятаємо, ми коли там була кількість 5-7, тепер ми бачимо вже 41. Так скажіть, будь ласка, це ми наростили нові якісь потужності, так? І чи є шанс все-таки проривати Репну, тому що ми розуміємо, що там Росія наставила все, чого тільки можна? Это оптимальный вариант для работы. 30-40, ну, до полусотни, от 30 до 50, грубо, летательных аппаратов, которые, уровня беспилотников, которые прорывают систему ПВО противника. Там часть беспилотников идет как фальс-цели, которые специально на себя вытаскивают ракеты зенитно-ракетных комплексов. Часть идет с системой радиоэлектронной борьбы, засвечивая, пытаясь засветить, по крайней мере, ПВО противника. То есть из этих там 3-4-5 десятков только 10-15, может быть, 20% ударных, которые идут на предельно малых высотах, а все остальные их просто прикрывают. То есть это так называемый рой. Из этого роя часть погибает, причем специально. Также ракеты ходят, есть специальные ракеты, которые... ADM-160, вот у нас ракета ходит вместе со скалпами и Storm Shadow, которые на себя берут внимание зенитно-ракетных комплексов. Вот рой беспилотников вот так себя ведет, и это уже реальные показатели нашего производства. Вопрос, за сколько времени этот рой произведен? Если мы производили его полгода, так это мало. Если даже месяц, это тоже мало. Вот примерно 30-40 беспилотников до полусотни надо производить в день и каждую ночь их использовать. Вот тогда будет результат на линии фронта. Пока, ну, посмотрим, как это будет в дальнейшем, то есть динамику дальнейших атак. Ну, а вот это то, что мы сегодня ночью видели, это вот эта оптимальная атака, которую и производство, скорее всего, нашего уже оборонпрома, который, может быть, себя пробует как-то, ну или уже, даст Бог, становится на реальные военные рельсы.
Но это серьезные деньги, это серьезное производство, то есть до полусотни беспилотников в сутки, это довольно-таки хороший показатель. Посмотрим, динамика нужна, то есть динамика дальнейших атак. Говоримо про посилення перемовної риторики. Голова Федерального політкомітету «Яблуко» Явлинський підтвердив про те, що він мав зустріч із Путіним, де він сказав про те, що він може виступати перемовником між Україною та Росією. Крім того, пишуть ЗМІ про те, що Росія готова до перемовин із Україною, в тому числі на території західної країни. І пам'ятаємо, ми раніше, як і глава МЗС Угорщини, говорив про те, що Будапешт все ще може стати таким посередником між Москвою і Києвом. Романе Григорович, ми бачимо, що посилюється ось ця така перемовна риторика. Як ми маємо тут реагувати? Діло в тому, що немає предмета переговору. Любые переговори должен быть предмет переговору. А какой сейчас предмет переговору? Капитуляция України со сдачей территории. Но это не предмет переговоров для України. А тем более он уголовно наказуем. Причем довольно-таки жесткие статьи с пожизненным, с полной конфискацией. Потому никто на это точно не пойдет. А то, что россияне забрасывают шары, они же не нам их забрасывают. Они их забрасывают нашим партнерам, рассказывают, что они ко всему готовы. Только опять же говорю, что предмета переговоров как такового нет. В Конституции России, мы это уже говорили, в правовом поле Российской Конституции забиты 5 наших областей. Крымская, Херсонская, Запорожская, Донецкая и Луганская. По Конституции Российской Федерации это земли Российской Федерации. Нельзя с ними вести никаких переговоров, потому что любой контакт с россиянами, даже просто с носителями российского паспорта, это уже косвенная легитимизация этих процессов, то есть в капитуляции Украины с передачей земли, или там можно говорить об аннексии, то есть практически это косвенная аннексия наших территорий, потому так как любой представитель, даже простой россиянин с российским паспортом, он носитель, естественно, частички российской этого правового поля, а в этом правовом поле пять наших областей, земли наших 5 областей. Потому здесь нет предмета переговоров. Для того, чтобы предмет переговоров был, только возник, им надо сначала привести Конституцию Российской Федерации в стартовое состояние, то есть вывести 5 украинских областей из Конституции. А это уже большая проблема практически, не то что практически, это нереально, так как в Конституции забито россиян, забито уголовное преследование, да, даже за только идею о такого рода действиях. Потому здесь у нас клинч получается. Пока Российская Федерация не будет развалена, нам нет смысла с россиянами даже контачить, не то что о каких-то, мы же не будем сами никаких-то переговоров или каких-то рубежей. А мы же не будем сами себе подтверждать, что мы потеряли территорию. Потому пока россияне не развалятся, с ними нет смысла контачить. А после того, как она развалится, уже не с кем будет контачить. Потому любые идеи переговоров как таковых, это примерно такие же идеи можно поднимать о переговорах с Советским Союзом. Ну а что нет? Поговорить можно, но давайте поговорим. Явлинский будет представлять Советский Союз на переговорах с Украиной. Ну хорошо, а Советский Союз где? Так нету. Давно уже развалился. А Российская Федерация где? Да нету ее, по большому счету, так как она развалится. Вариантов других просто нет. Потому предмета разговора абсолютно нет никаких. А вот эти забросы это идут нашим партнерам. Непонятно для чего, потому что, ну, в конце концов, любой из наших партнеров, ну, тот, кто в теме, по крайней мере, прекрасно этот вопрос знает. После того, как Путин ввел 5 областей в Конституцию Российской Федерации, он поставил крест на любых переговорах с Украиной. Просто на любых. А любой украинец или сотрудник госаппарата, который поведется на такого рода вообще риторику, он летит сразу по 110-й, по 111-й в контрразведку службы безопасности. Примут, упакуют и дальше будут рассказывать в судье, что он имел в виду.
под 110 или под 111, а и по одной, и по второй, там максимальные пожизненные с полной конфискацией. Потому пусть читают Уголовный кодекс, там все написано. І традиційно на завершення нашої розмови три бліц-запитання. Скажіть, будь ласка, от Великобританія передала Україні багатоцільові ракети «Марлет», пише про це «Таймс». Якщо це так, то збивати шахеди стане простіше? Ну, дело не в шахедах. Дело в том, что эти ракеты, это же дальность 8 километров. У нас основные все ПЗРК с дальностью до 5 километров. И «Игла», и тот же «Стингер». А здесь 8, то есть здесь больше лучше все-таки работать по вертолетам или штурмовикам, российским, даже по тем же ракетам. Наведение просто там довольно-таки сложное. Там наведение по лазерной указке, так называемой, по лазерному лучу. Тут больше, это ж ракета не только для ПЗРК, это ракета такая многофункциональная, ее используют и самолеты, и вертолеты, и моряки, и наземные, то есть сухопутные войска. Но в том виде, в котором нам ее передали, скорее всего, это ПЗРК. Это зенитно-ракетный комплекс, который может использоваться и по земле в том числе. То есть, по большому счету, наведенная лазерная указка, ну, будем так говорить, на танк, ракета пойдет по лучу и уничтожит танк в том числе. Там довольно-таки серьезный заряд. Ну, скорость небольшая, километра где-то 1500 километров, а вот, ну, где-то 1.5 маха у нее скорость, то есть наводить довольно-таки легко оператору, можно с ней работать. Посмотрим, как она будет использоваться. Есть уже информация о том, что уже работали и по танкам этой ракеты, и по К-52 были уничтожены. Є інформація про те, що росіяни замовляють десятки тисяч тепловізійних FPV-дронів у Китаю. Якщо це так, що це означає для України? А це в зиму вони готуються. Діло в тому, що в зимніх условиях без зеленки, ну, то есть без листів, дуже хорошо виден тепловий слід человека, и не только человека, то есть любой тепловой след, и вот они будут пытаться работать в том числе в зимой и ночью, то так же само. То есть уходят в этот режим, это подготовка чисто к зимним условиям. І ще одне запитання, Романа Григоровича. Південна Корея передала Україні більше артилерійських снарядів, ніж всі європейські країни, написала Washington Post. Це дійсно так? Да, это может быть так. Дело в том, что там серьезные склады, так как все, Южная Корея готовилась к такого рода войнам с Северной Кореей, то есть с использованием артиллерии, а Европа уже давно это все отбросила в прошлое тысячелетие. У них парадигма основная – это работа авиации, то, о чем мы с вами говорили в начале. Потому в Европе этих снарядов просто нет в таких количествах, а Южная Корея их накопила, тем более есть у снарядов есть определенное время эксплуатации, когда есть время, когда их выводят из боевого дежурства, дальше утилизируют. И вот Южная Корея нам передала на утилизацию по россиянам 155-й калибр. Ну, он неплохо так утилизировался, россияне довольны. Романе Григоровичу, щиро дякую за детальний аналіз подій та за всі ваші цікаві відповіді. І дякую за те, що ви приділяєте час нашим глядачам. Друзі, я також дякую за увагу і вам. Підписуйтесь, будь ласка, на нашу платформу, залишайте свої коментарі, залишайте свої запитання, і ми обов'язково будемо ставити їх нашим шановним спікерам і обов'язково Романа Григоровичу. Ще раз всім дякую за увагу, всього найкращого і до завтра. Дякую.